Друзья, всем привет! Сегодня у нас 4 посылки вот таких. И 4 посылки из магазина JD. 2 я знаю, что это. Это 2 подставки Мокис, которые прикольные, хорошего качества. Я заказал еще 2 черного цвета. Это полотенце Xiaomi. То есть подставки были по 99 центов, то есть $1.98 за 2 штуки. И полотенце Xiaomi за 6.98 за 2 штуки. То есть 3 с копейками за этот. А вот эти вот 2 посылки, я не знаю, что в них, потому что треки не совпадают, трек-номера, которые указаны здесь, их нету у моих, то есть я проверил все свои заказы, проверил все трек-номера, которые мне давали, и либо это ошиблись и мне прислали чей-то товар, хотя фамилия моя совпадает, все как бы, все, адрес мой совпадает, поэтому будем сейчас распаковывать и разбираться, что и где, как, почему и зачем. Так, начнем давайте с подставок, мы их уже видели. Вот так выглядят. Давайте одну откроем коробочку. Мне они понравились, и я купил еще несколько. Нет, не ездит. То есть, если вот сильное усилие нужно сделать для того, чтобы она разъехалась. То есть, но телефон, планшет выдержит по-любому. Вот, достаточно классное качество. Резинка вот эта вот внутри мне нравится. Это не то, что в Гамесе продавали подделки на эти мокисы. Все гладко, здесь нету ни заусенок, ничего. То есть мне очень понравились эти подставки. Я взял еще одну, одна будет у меня на кухне стоять, вторая будет перед монитором еще для телефона. Вот, также купил белую для жены, жене уже отдал, все отлично, Мокис, все как бы классная штука. Могу смело советовать, уже были у нас и дальше. Маленькие полотенечко Xiaomi, ну, полотенца сами по себе очень прикольные, но они маленькие, они как раз подойдут для ребенка повесить в ванной, для того, чтобы ребенок вытирал лицо, руки, когда умывается и так далее. Белое оно очень маркое, поэтому жена заказала. Они уже были у нас, распаковка у нас с ними есть, поэтому распаковывать я их не буду. Если его разорвать, то уже он не потеряет свою форму, вот эту герметичность и так далее. Вот такое вот небольшое оно по размерам. Совсем маленькая, очень приятная на ощупь. Вытирает хорошо. Ну и давайте интригу посмотрим, что у нас здесь. Как бы у меня много заказов идет с JD. Трек номера реально не совпадают. Давайте посмотрим, мои ли посылки мне прислали. Мои, да, действительно, и это моя посылка, и я проверил трек на эти тряпочки, мне дали вообще другой трек, то есть, ну, но товар тот, просто, ну, не совпали треки, получается. Давайте посмотрим, тряпки классные, я купил еще 3 штуки, потому что они реально бомбовые, и доллар они свой однозначно стоят. Вот так выглядит небольшая тряпочка, вот такого она размера, но она прикольная. Вот, она очень мягкая, очень приятная на ощупь, то есть ею можно мыть машину, можно в машине положить для рук, там, да, в машине бывает, особенно летом, если у вас кондиционера нету, потеешь в машине, очень жарко, там, вытереть лицо, допустим, то есть, ну, очень классная, и она очень приятная и впитывает воду. У меня была распаковка первая, когда я покупал эту тряпочку, она просто моментально, так ты воду проводишь, и она, фух, моментально вытирает. Я, если не забуду, я добавлю ссылку на видео в описании или вот здесь сверху, вот где есть на эту тряпочку ну, распаковка с тестом. Вот, они реально прикольные, я их купил еще 3 штуки, то есть по 99 центов они продаются, то есть 25 рублей за качественное полотенечко такое, ну, я считаю, это нормально. Вот, ну, классное, и можно и на кухне использовать, ну, мне очень понравились, я купил еще 3 штуки. Вот, ну и давайте посмотрим последнюю посылку из JD, что же у нас они здесь еще такого прислали. Сразу повеяло, то есть из пакета выпало и повеяло химией. Знаете, как похоже на запах краски для волос, когда там недавно просто мать красила волосы, я слышал этот запах. Да, и в пакете он еще сильнее. Ну давайте посмотрим, не нападет ли на меня там какой-нибудь атомный химический монстр. Вот, ну, коробка прикольная, немножко примялась вот здесь с угла. И, если честно, я до конца недопонимаю, что это такое. Давайте откроем, я вообще по памяти вспомню, я заказывал или нет. Та-дам! Ремень, да. И запах химии, потому что это ремень, он якобы кожаный.
идет вот такая вот вкладыш с инструкцией, как нужно обрезать и вставить ремень. Вот, ремень я заказывал очень давно, причем, ну, тоже он как бы... Может, они забыли, мне указали один трек-номер, или там, может, возврат, вернулись посылки эти, они их перевыслали. Вот, я не знаю, в чем причина, но треки не совпадают. В коробке идет все красиво, цивильно, и ремешок, ремешочек все в тканево, такой, ну, в пакетике. Здесь ремешочек в бумажном, и вот такая вот бляха. Интеррайт, вот так вот. Ну, вот поближе. Очень круто выглядит, ну, бляха такая блестящая, классная, то есть на джинсы, на брюки себе, на брюки тоже подойдет. Кожаный ремень. Ну и запах, кстати, запах не такой сильный, как был в пакете, то есть, видать, где-то оно в складе хранится, где есть... запах, потому что, ну, ремень сам ничем не пахнет. Даже кожей, даже новым изделием не пахнет. Или, может, я уже принюхался к этому запаху химии, и мне кажется, что не пахнет. Ну, в общем, знаете, бывают вещи, я покупал... Расскажу сейчас историю. У меня была, купил я замочек для велосипеда, купил его в интернет-магазине у нас в Украине, он дешево стоил, там, ну, не знаю, там 30 гривен, может, или, может, там до 50 гривен стоил, вот, и он когда пришел, я его получил, его нереально вот так было понюхать, то есть, ну, вдохнуть нельзя было, выедало глаза, ты чуть ли не сознание не терял, сразу кашлять начал, приступы эпилепсии начинались, то есть, реально, я его положил на балконе, и он на балконе лежал, не знаю, месяца два, наверное, и он завонял весь балкон, он там реально так адово, пришлось его выбросить, потому что, ну, реально им пользоваться нельзя. И вот это одна из, как бы, еще когда-то, очень давно, там, может, лет пять назад был у меня вот такой случай, я не помню, с какой вещью, но помню, что вот именно адовый запах был, но оно выветрилось буквально там за два дня, повесил на балконе, оно выветрилось. А здесь, как бы, не выветривался этот ремешок и с замочком, и пришлось его выбросить. Так вот, здесь как бы такого нету. Здесь хорошо пахнет, очень красивый такой хороший ремень. Длина у него, да, сколько тут, я не знаю, 1.20 м, наверное. Ну и давайте попробуем, ну, на спортивке хотя бы посмотрим, прикинем. Вот. Да, то есть он для меня, он подходит по размеру. Только здесь я что-то неправильно сделал. Так, наверное, вот так. Да, вот защелка идет. Вот. И вот так выглядит. Ну, на спортивке, конечно, не камильфо. И как теперь открыть? Открыть его, наверное, вот так. Да, то есть вверх тянешь и открываешь. Можно открыть одной рукой. Вот. Да, цепляется, но нужно тут, так как... Недавно у нас был просто в обзоре, я помню, ремень, ну, очень классный, такой тканевый, тоже с GD, за 2 с чем-то доллара, и он реально одной рукой, классно его было отрывать, на джинсы вообще бомба. Вот, на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!